сегодня вечер. Все. Всех именинников поздравляем с днем рождения. Особое внимание сегодня уделим вашему руководителю теплого дома, нашей Ане. Дорогая Аня, сегодня день рождения тебя. А сколько лет значения не имеет. Так оставайся бодрой ты всегда. И сердце у тебя пусть не стареет. Пусть уходят все печали, и невзгоды все уйдут. Пусть только радость тебе, Аня, твои годы принесут. Желаем тебе бодрости душевной, успехов разных в жизни повседневной. Здоровья тебе крепкого всегда. Не унывай, не падай духом никогда. Пусть тебя всегда окружают люди с добрым сердцем и чистой душой. Чтоб смех твой струился звонкий, и чтоб радость текла рекой. С днем рождения, дорогая, поздравляем от души. Тост поднять за твое счастье мы давно уже спешим. Будь веселой и счастливой, и красивой, как сейчас. Пусть сопутствует удача каждый день и каждый час. Что мы хотим вам подарить музыкальный подарок. Для вас песня. Подрастают милые внучата, и пускай давно пришла к нам осень, нежности и ласки сердце просит. На висках сединки, это не снежинки, это щёка. Считайте в волосах сединок, не стесняйтесь вы своих морщинок. Вы прошли сквозь время непростое, оставили наследство золотое. И пускай давно пришла к нам осень, нежности и ласки сердце просит. На висках сединки, это не снежинки, это щёкота. Всё бывало, наша жизнь кипела, мы преграды побеждали смело. Многому всех жизнь нас научила, нам на все всегда хватало силы. И пускай давно пришла к нам осень, нежности и ласки сердце просит. На висках сединки, это не снежинки, это щёкота. И пускай давно пришла к нам осень, нежности и ласки сердце просит. На висках сединки, это не снежинки, это щёкота. Потом
от нашего ансамбля «Хайпачаночка». Мы поздравляем нашу дорогую Анечку и желаем ей здоровья, здоровья. Секундочку, Анушка, еще маленькую. И от Фаиночки, и от Нины, от мамы, это от нашего букет, от нашего ансамбля «Хай, Пачаночка». Все поздравляю. И отсутствующие, присутствующие, все, Аня, здоровья, здоровья. Всего самого-самого хорошего. Мы продолжаем поздравлять всех. А теперь, дорогие именинники, для вас, для всех, звучит музыкальное поздравление. Музыка Давида Усманова, слова Патитонова. Говорят, что любовь забывается, и калитка от меня закрывается. Говорят, что ходила напрасно я. Говорят, что мы с тобой люди разные. Налетели вдруг дожди, нас скандалили. Говорят, они следов не оставили. Но дошла в садах сирень до кипения. И осталась ли во сне вся весенняя, весенняя, весенняя. Словами о любви губы связаны, и случайно, может быть, были сказаны, только были те слова ветром брошены. Простучали по земле, как горошины. Налетели вдруг дожди, нас скандалили. Говорят, они следов не оставили. Но дошла в садах сирень до кипения. И осталась ли во сне вся весенняя, весенняя, весенняя. Тебя не рассказывай, затянула узелок, не развязывай. Я ушла на синий лес поздней осенью. Разлюбила, говорят, да и бросила. Налетели вдруг дожди, нас скандалили. Говорят, они следов не оставили. Но дошла в садах сирень до кипения. И осталась я во сне вся весенняя, весенняя, весенняя. Музыка Морозова, слова Харитонова, «Платье».
нечего надеть, что не говори, не нравятся платья. Буду одевать с ног до головы, я тебя в объятия. Будешь одевать с ног до головы, ты меня в объятия. Выйдешь из воды в трепете травы, давно это было. С ног до головы, с ног до головы, ты меня забыла. С ног до головы, с ног до головы, я тебя забыла. Речка и закат, серебро течение. Ты теперь одета с головы до пят, платье забвения. Я теперь одета с головы до пят, платье забвения. Нечего надеть, что ни говори, не нравятся платья. Буду одевать с ног до головы, я тебя в объятия. Будешь одевать с ног до головы, ты меня в объятия. Ну, на биоде еще забила. Можно поздравить? А мы еще поздравим, не волнуйтесь. Это только начало. Все будем поздравлять. Сейчас вас поздравят. Театр «Миниатюр». Не сочкусь. Анечка. Возраст мы не будем называть, каждому из вас по 25, до 120 пока никто ведь не дожил. Много именинников у нас, каждый из которых просто класс. Ах, а нам сегодня наш почетный старожил. Анечка за ним след идет, теплый дом по жизни ведет. А вслед ей Лина с Галей, мы их поздравляем. А Сталина младше на год, вслед за Линой с Галей идет. Пусть наше поздравление им здоровье принесет. Прожили мы все немало лет, круглых дат у нас сегодня нет. Только удивительное рядом, как всегда. Элла, как твой возраст не крутить, цифру невозможно изменить. И не повторится эта дата никогда. Юра музыкант еще тот, в возрасте его все семь нот, не семь, а два по семь. Но если молодые совсем, Люда две шестерки взяла, новенькая Валя в клуб пришла.
моложе всех ты, Валя, мы тебя поздравляем. Нам надо еще с мирой называть, ведь им сегодня тоже 25, и их с днем рождения будем тоже поздравлять. Лыхаем, лыхаем, мы всех вас поздравляем, от бабушек, от хайских, здоровья много лет. Мы теплый дом знаем, здесь часто выступаем, и с вами мы мечтаем прожить 120 лет. Мы теплый дом знаем, здесь часто выступаем, и с вами мы мечтаем прожить 120 лет. Так, слово предоставляется председателю этого ветеранского, Кирет Элизеру, председателю ветеранов Великой Отечественной войны, Семену Фабриканту. Я хочу поздравить Аннушку с ее юбилеем. Песенка простая. Из Европы путь проделав длинный, к нам приехала кузина. Все ее здесь той и назвали. Так была кузина хороша, по ней прохода не давали, а ее смотрели не дыша. Подвернулся ей жених не кстати, все ее приданное истратил. Говорят, жених-то был женатый, говорят, что пятеро детей. После свадьбы он сейчас куда-то злой консульного дней. Истер азбаге гармен кузине, Фрегих воздух мастая без грины, Энферзивита траевины, Азамазова в Колумбе заведены. Энферзимирита траевины, Азамазова в Колумбе заведены. А сейчас Аню поздравит Ольга. Она обещала хороший стих написать, сочинить, как Пушкин. Я хочу сказать, что я сравнительно новый человек в этом коллективе, но многих сидящих в этом зале я знаю. Так получилось, что с 2002 года я вхожу в ветеранскую организацию «Адар», где занимаюсь массовой работой. И некоторых людей, сидящих в этих зале, я знаю. Знаю очень хорошо нашего прекрасного именинника Ханана, потому что много раз приходилось встречаться на его выставках и в Совете ветеранов окружном. А сейчас мне бы хотелось бы прочитать свое поздравление, которое я посвящаю всеми уважаемой Анечке. Сердечно поздравляем, дорогая Анечка, сердечно поздравляем вас мы с днем рождения. Желаем здоровья, удачи, вдохновения. Вы украшаете теплый дом. С вами радостно и светло кругом. Вас любят и уважают, и только хорошее вам желают. Ваша душа открыта для всех, поэтому всюду улыбки и смех. Вы несете людям добро. Ваши встречи всегда интересны, будь то спектакли, лекции, песни. Тепло души вашей нас согревает, поэтому мы вам сердечно желаем только здоровья и радостных встреч. В жизни всякое бывает, то тепло и то холодает. Дай вам Бог все преодолеть, быть же такой же красивой и подольше не стареть. Посвящается участнику Великой Отечественной войны, ветерану, художнику, гражданину, уважаемый Ханан. Сегодня вас мы все сердечно поздравляем. Здоровья, радости вам от души желаем.
Ваши чудесные картины нас волнуют. Они прекрасны и радость нам даруют. Живите много долгих лет в добром здравии, без бед. Желаю счастья вашим детям, внукам. Быть пожилым – нелегкая наука. Пусть вас не покидает вдохновение. Желаем вам удачи и везения. И пусть восхищаются вами мужчины. И пусть не старят вас седины. Душа ведь остается молодой. Вы, как и брат ваш, всегда для нас герой. И значит, завтра снова в бой. Так вот, сейчас Полина посвящает уже поздравления из стихотворения Ани. О, привет! Дорогие друзья! Сегодня у нас особенный день, особенный вечер. Сегодня у нас столько прекрасных именинников. И так хочется всех поздравить, чтобы пожелать им здоровья, счастья, многих лет жизни, радостей в наш трудный, непредсказуемый век, посвященный Анне Самуиловне Нессен. Твои усталые морщины едва ли разглядеть смогу. В них жизни покоренные вершины, все поколения внуков у тебя в долгу. И только так, никак иначе, идти по жизни можешь ты. Тяжел подъем, но ты не плачешь, ты в строю. Сегодня тебе я гимн пою. Добрые, тех, которые именинники, я вас очень поздравляю. Желаю вам всего-всего самого-самого лучшего. И всех я вас люблю. Но больше всего я люблю мою родную Анечку. Зайчик мой, мамочка наша, будь здорова, живи подольше, радуй нас подольше. Всего тебе самого-самого хорошего. И чтоб ты никогда-никогда не плакала. Колокольчик звенит, это дом.
Еврейский дворик. Она прозвучит впервые.
ее раньше никто не пел. Написал слова к этой песне Владимир Котов, который живет в Израиле, а музыку написал Яков Машарский, который живет в Севастополе. Пожалуйста, послушайте эту песню. Старый дворик наш еврейский опустел, словно тополь серебристый облетел. Мы разъехались, кто смог и кто куда, в незнакомые нам прежде города. Только ты не захотела уезжать, говорила, счастье поздно мне искать. В дальний путь собраться не хватает сил, я останусь здесь вблизи родных могил. Ты пиши нам чаще, тетя Сара, в болоте мы совсем одни. Как ты там, в квартирке нашей старой, тихо коротаешь свои дни? Ты пойди на шаббат в синагогу и молитвой душу остуди, чтобы стали светлыми дороги, по которым нам дано пройти. С каждым годом все белей твои виски, очень жаль, что нет лекарства от тоски. И ночами, просыпаясь каждый раз, ты не спишь и тихо молишься за нас. Будем помнить мы о наших стариках, что хранят огонь в домашних очагах. В постоянном ожидании живут, словно тяжкий груз печаль свою несут. Ты пиши нам чаще, тетя Сара, в молоте мы совсем одни. Как ты там, в квартирке нашей старой, тихо коротаешь свои дни? Ты пойди на шаббат в синагогу и молитвой душу остуди, чтобы стали светлыми дороги, по которым нам дано пройти, по которым нам дано пройти. А сейчас наше поздравление продолжит наш ансамбль «Хайфа-Чаночка». Прошу, девочки. Я не обещал спеть ее. До свидания. Сюда, все. В городах, где зимою не видно зари, где за крышами спрятана даль, по весне, словно добрые духи земли, прорастают цветы сквозь асфальт. От того, что загадка какая-то есть на земле у любой красоты, от того, что родился и вырос я здесь, я люблю городские цветы.
На рабочий день проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он мелодию опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что теперь играет, но кларнет или труба. Лапа, папа-ра-па-па. Отгадайте, труба или тромбон? И кто музыку не любит, очень занят, ну и пусть. Но зато мы эти песни заучили наизусть. И все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я. Пам-пам. Хорошо, что я выбрал, правда, это подсказали. А эту песню, пожалуйста, она может таранты грустная, но я люблю ее. Спасибо. Луч солнца пробуди, цветок лесной. Но бродит всюду май, растаял снег. Все лучшее приходит к нам весной. Ты стань моей весной навек. Я верю, что любовь всегда права. Я ждать ее всю жизнь могу. Мне так нужны сейчас твои слова, как солнце моему цветку. Ты где-то далеко, но я с тобой. Я знаю, что наступит этот час. Мы встречу назовем своей судьбой. И лишь весна отыщет нас. Я верю, что любовь всегда права. Я ждать ее всю жизнь могу. Мне так нужны сейчас твои слова, как солнце моему цветку. Саксофон выводит. Спасибо.
хочу говорить, а Черепу слово сказать. Дорогие друзья, от всей души хочу поздравить всех именинников с днем рождения. Особенно хочу отметить сегодня день рождения нашего руководителя теплого дома Ани. Я зачту текст женщине, которая много лет руководит теплым домом. Жизнь прекрасна. Любимая Аннушка, желаю любви от Бога и от людей, которые тебя так любят. Желаю себе здоровья, Кавказу долголетия и настоящий юбилей. Опять собрать всех, весь коллектив теплого дома. Жизнь прекрасна. Спасибо, что ты есть, по солнцам и луной, и огород горит. Хотя мы стали старше, и ждали, как могли, ту самую спасительную встречу. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что со мной. Смешали вместе с ним слова, любовь и счастье наше. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что со мной. Смешались вместе с ним слава, любовь и счастье наше. Спасибо, что ты есть. По солнцам и луной. И огород горит.
еще пару песен, можно? Можно. Обязательно. Хотите 10? Хотите 10? Очень хорошо. Ну, один, значит, Кавказ. Тост. Толя поет «Люди». Она сегодня именинница, он ей поет. Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет холода никому. А в терем тот высокий нет хода никому. Я знаю, у красотки есть сторож у плеча. Никто не загородит дорогу молодцом. Никто милый терем, и брошусь в ноги к ней. Была бы только ночка, а ночка потемней. Была бы только тройка, да Все. Сейчас, одну секунду еще. Не, пожалуйста, женщинам всем молодым посвящается. А пожилым? А здесь пожилых нет. Здесь одни молодые. Здесь одни молодые. Подросточки. Вспомните, что вам было. Когда-то 18 лет, о, самый правильный и вам возраст. Пели в это время ваши любимые. Гвоздики алые, багряно-пряные, вздыхая вечером, дарила ты, а ночью снились мне сны небывалые. Мне снились милые твои черты. Мне снилась девушка такая милая, такая нежная. На вид гроза мне душу ранили, мечты обманные и жгли лучистые. Ее глаза мне душу ранили, мечты обманные и жгли лучистые. Ее глаза, и вот как будто бы она усталая склонила голову на грудь мою, вот эту девушку с глазами карими, с глазами жгучими. С тех пор люблю.
моя любовь, мы отдали дань безрабства. О Боже, как была к лицу тебе твоя весна. Но осень на дворе, деревья усилы. Увы, привычка охладила нас. Но осень на дворе, деревья усилы. Снежинки на ресницах таяли, и зачарованно читали мы красивый незаконченный роман про любовь, без и смех. Но все когда-нибудь кончается, так от судьбы давай уйдем сейчас. Оставив незаконченный роман в парке на скамье. Прощаюсь,
Thank you.